Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим автомобильную однодиновую магнитолу от компании «Пионер». Модель 2018 года, модель MVHS110UI. Поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находится провод подключения акустики питания по стандарту. Разъем европейский, ISO. Документация, инструкция, гарантийный талон. Тряпчатый чехол для съемной передней панели. Ключики для снятия магнитолы имеются. Ну и сама магнитола. Передняя панель, как всегда, у Пионера съемная. Под заглушкой разъем USB, чуть ниже разъем AUX. Кнопки управления, небольшой дисплей. По глубине магнитола небольшая, ввиду отсутствия CD-привода. Сзади по разъемам у нас антенный разъем, две пары линейных выходов, они же тюльпаны или RCA называются, как кому удобно. Разъем для подключения акустики питания, предохранитель на 10 ампер и разъем для подключения адаптера рулевого управления. Магнитола поддерживает подключение iPhone, также управление с Android. Сейчас мы магнитолу подключим на питание 12 вольт и пройдемся по ее настройкам и функционалу. При первом подключении магнитола предложит некие настройки. Это выбор языка, настройка времени, шаг поиска FM-волны. В магнитоле подсветка не меняется, магнитола с красной подсветкой. Имеется 4 режима, это режим радио, AUX, USB и режим прослушивания с мобильных телефонов. По настройкам, в принципе, абсолютно стандартные настройки. Аудио настройки, подсветка, система, функции абсолютно на любой вкус и звук можно все настроить, как по эквалайзеру. Здесь, кстати, пятиполосный эквалайзер имеется. В режиме радио по стандарту 3 диапазона FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. Отдельно выведена кнопка управления с iPod. При покупке на данную магнитолу обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.